Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Перечень ингредиентов и основные этапы готовки, как всегда, в самом конце ролика прочитаете. В мире огромное количество блюд из риса, и в околокулинарных кругах постоянно появляются индивидуумы, которые заявляют, что все эти блюда – это плов, либо плохой, неправильный плов. Это, понятно, заявляют знатоки среднеазиатской кухни. Другие кричат: да это же ризотто, только неправильно приготовленное. Это сейчас про итальянцев понятно. Испанцы видят в таких блюдах либо паэлью, неправильную паэлью, либо аросабанда. Вот точно такая же ерунда происходит с креольским блюдом джамбалая. Каких только глупостей не пишут умники о возможном происхождении этого рецепта. Некоторые, особо одаренные, заявляют, что джамбалая родилась в результате попытки испанцев приготовить в новом свете паэлью в условиях отсутствия шафрана. Что они курят, хотелось бы спросить. Начну готовить и продолжу ругаться. По мнению умника, строчившего в Википедии, испанцы в новом свете не нашли шафран и попытались заменить его помидорами. В результате получили джамбалаю. Валенсия – родина паэльи. И здесь шафран используют крайне редко. Во всех окрестных ресторанах, где я был, а был я во многих, вместо шафрана используют в сотню раз более дешевые натуральные красители. И при этом как минимум в 80 разных рецептах паэльи из Валенсийского региона используется заправка на основе чеснока, оливкового масла, петрушки, перца официального красного и протертых помидор в большом количестве. Даже здесь, на родине паэльи, в традиционной валенсийской паэльи, шафран является не то что необязательным, даже маломальски желательным это не является. А заправка из помидор используется по крайней мере в 80% разных рецептов валенсийской паэльи. Что, по мнению этого неизвестного умника, в новом свете испанцы собирались менять? Может, хватит уже свою фантазию неуемную тренировать? Пора расслабиться и начать просто готовить яркое блюдо, не пытаясь притянуть за уши. Короче, заканчиваю бомбление. Так, как видите, я нарезал сосиски, они с ароматом копчения. К сожалению, сегодня магазинные. Все свои домашние давно съедены. Нарезал курятину, нарезал лук, чеснок, зеленый перец и стебли сельдерея. А можно приступать к тепловой обработке. Сначала все обжарить. По частям, конечно. Сейчас подрумяню сосиски и удалю их из казана. Или чугунка, как его правильно назвать. Кстати, джамбалая – чрезвычайно вариативное блюдо. Оно может быть сосисками и креветками. Набор овощей может быть чрезвычайно разнообразным. Разве что стебли сельдерея используют почти во всех вариантах. Да, и вот, кстати, ни копченых сосисок, ни стебли сельдерея я ни в одном традиционном рецепте валенсийской паэльи как не встречал. Ну, пора, кстати, сосиски вынимать. И класть сюда курятину. Я не сказал, это мясо с куриных бедрышек. Сейчас уже масло пропиталось ароматом копчености, и, соответственно, и курица возьмет себе этот аромат. До готовности обжаривать не надо. Огонь сильный, слегка подрумянилось мясо, значит, пора вынимать. А теперь сюда отправляется лук и сельдерей. Зеленый перец и чеснок попадут в чугунок попозже. Надо периодически помешивать, конечно, чтобы ничего не сгорело. Лук должен стать прозрачным. Вот таким. И только сейчас добавлю чеснок и перец. Еще 5-7 минут при периодическом помешивании. И вот теперь добавляю томаты и пряности. Пряности здесь самое важное дело. Здесь у меня зира, чили-перец хлопьями, копченая паприка, черный перец, эстрагона ложка и коричневый сахар. Набор пряностей, конечно, можно варьировать по своему вкусу, но помните, если вы решите ограничиться, скажем, только черным и красным перцем, то на выходе вы получите блюдо, которое, ну, ничем не будет отличаться от самой примитивной там тушеной курятины с овощами и с рисом на гарнир. Пряности и еще раз пряности.
Вот что здесь создает этот букет ароматов. Отлично. Пора возвращать в чугунок курятину и сосиски и вливать бульон. У меня куриный. Сейчас закипит. Проварю минут 5, чтобы все вкусы перемешались. Посолю сразу и добавлю рис. Пора. Теперь перемешать и варить под крышкой 15 минут. Перед закрыванием крышкой обязательно доведите до вкуса. Соль, сахар. Если томаты были недостаточно кислые, то можно кислоты немножко добавить. Например, в виде лимонного сока. Встретимся за столом. Момент пробы. Начну я с сосисок. Можно было бы сказать, что это просто сосиски с рисом, но рис, пропитанный вкусными ароматами и, главное, пряностями, это классно. Так, а теперь по курочке. Курочка. Курочка прекрасна. Вы знаете, есть варианты джамбалаи, где одновременно используются сосиски и креветки. Это тоже будет классно. Главное, вовремя их положить, чтобы не получилось так, что они жутко переварятся. Поэтому их нужно сначала обжарить. Может, даже сначала можно обжарить в масле панцири креветочные, потом их убрать, потом в этом масле поджарить креветки с чесноком, их удалить и положить креветки минут за 5-7 до окончания готовки джамбалаи, когда рис уже почти сварился. Тоже будет вот такая штука классная. А если еще использовать креветочный биск, чтобы более насыщенный креветочный вкус был у бульона риса, вообще будет бомбически. Слушайте, это классное блюдо. Разнообразное. Наборы можно менять. Принцип приготовления достаточно простой. Короче, готовьте и наслаждайтесь. Кому нравится креольская кухня, ставьте лайки или дизлайки, если не нравится. Огромное спасибо за компанию. Всем пока!